Ну что, сейчас будем выкапывать яму, ставить стол, ложить те находки, которые мы сенсационные обнаружили. Ну, в общем, сейчас будет очень круто. Подождите 20 секунд, начинаю сейчас тащить стол и копать яму. Значит, смотрите, яму мы выкопаем вот здесь. Тут поставим этот стол, получается. Вот здесь он будет стоять. Прибор пока не положу сюда. Получается, что зачем он нам нужен, чтобы можно было положить сюда череп. Да, ребят, именно череп. Сейчас посмотрите. Так, сейчас тащу сюда стол. Сейчас вы увидите своими глазами. Так, вот его приволок, получается, вот такой огромный, ну такое бревно небольшое, ну сколько оно весит, не знаю, килограмм 150-200, наверное. Сказать, что тяжело, ну нет, не тяжело. Короче, приволок его, сейчас буду закапывать, будем на него ложить, получится, череп. И золото. Да, череп и золото. Фух. Так, получается, выкапываю сейчас яму. Четко под стол. Нам большая яма не нужна. Именно такая, знаете. Всем привет. Вот, смотрите. Еще буквально 10 сантиметров. Так, я беру бревно. Да, давай, потаскивай сюда. Давай. О! Аккуратно. Опачки. Тяжеленно. Взял? Во, да. Ого, ребята, вообще капец. Давай. А ну давай. Давай. Ставим? Во, Кстати, ребят, копал сейчас, смотрите, глянь. Ребят, копал, сейчас монету выкопал, ребятушки. А ну-ка. Гляньте. Смотри, камеры нужно показать. Ребят, копали сейчас. По трем камерам, пожалуйста. Ребят, смотрите, копал. Вот такую вот монету. Уж больно похожа на средневековую. Потом будем делать обзор. Да, это канал «Поиск клада и золота от викинга». Вот такие вот, смотрите. Слышишь, а я смотрю, знаешь, копаю и вижу, что-то ценное лежит. Ребят, это наш канал, да, это настоящая сенсация в прямом эфире. Итак, ребятушки, ну что, сегодня будет супер сенсация. Сегодня мы покажем вам несколько сотен килограмм золота, которое мы нашли в бункере, который стоит за нами, фашистского генерала. Да. Для начала мы возьмем, покажем вам один слиток. И дальше мы вам покажем все полностью, как мы находили, как мы его доставали. Все эти несколько сотен килограмм. Не переключайтесь, это реально будет круто. Сейчас мы в режиме, скажем так, реального времени. Показываем, как мы работаем вам с нашими инструментами и нашей лайтовой лакерной лопатой. Давай, так. Сюда, кстати, лопаточку. Так, ребят, смотрите, сейчас, значит, получается, мы покажем вам череп. Он тут будет стоять, это будет настоящая сенсация, и потом вы узнаете, к чему он в этом видео. Да, и вы узнаете про тайны фашистского генерала. Так, я иду за золотом, куманечек идет за черепом. Да. Так мне его держать все время так? Сейчас, подожди. Ребятушки, привет. Ну, блин, ну килограмм, я не знаю, килограмм 10, честно говоря. Килограмм 10 где-то золотишко наше весит. Вот этот наш слиточек. И таких слитков у нас несколько сотен килограмм. Вот она тайна, ребят. Вот она тайна. Вот она пришла. Вот она. Почему? О, мы показываем вам этот череп. Смотри, и какое отношение он имеет просто к нашему сегодняшнему крутейшему кладу, вы узнаете дальше в нашем видео. Кому, проверь, как другие камеры работают, пожалуйста. Просто, ты знаешь, я смотрю просто. Ребят, я вам скажу так. Это супер крутейшая сенсация. Слушай, а как мне все время держать? Может, как-то положим, ты подвинешь, я и золото сюда поставлю. Подвинь череп, пожалуйста, я поставлю. Реально, я ж не буду держать 10 килограмм все время. Во-первых, ему 20, а во-вторых... 20. Ребят, я вам скажу так, вы знаете, в чем самый главный аспект?
держи, вот перестань рядом. Да. Я тебе скажу так, это просто, в это невозможно поверить. Ну реально. Фашистский генерал, который здесь, ребят, он прятал. Черная магия нами обнаружен. Что мы обнаружили, сколько золота мы вытаскивали. Ну реально, руки устали поднимать слитки один за другим. Это сейчас... капец просто. Да, мы вам раскрыли в двух словах. Да я сейчас, ребята, расскажу вам в двух словах. Какая ситуация получается? Во-первых, мне тяжело стоять держать это золотишко наше. Хотя я с радостью это делаю. Во-вторых, Не переключайся! И, ребят, самое главное, фашистский череп какого-то мистического животного, которое мы обнаружили, это супер сенсация. Извини, что перебил, продолжай, пожалуйста. Что рассказать сейчас дальше, что мы делаем? Ты знаешь, что самое главное расскажи? Так. Расскажи два слова про то, как мы много работаем для того, чтобы наши любимые, дорогие зрители могли увидеть. Ты можешь подержать золотишко немножко, я расскажу. А ну-ка подожди. Держи. О, капец, как его держал. Осторожно. Ну так держал, стоял. Ребят, тяжелее. Я проверю сейчас камеры, посмотрю. Ребят, двадцаточка, 20 килограмм. Чуть-чуть в эту сторону. Судак? Левее чуть-чуть. Да, отлично, вот отлично. Да. Супер круто, да, отлично вообще. Тяжело, слышь, ты его держал, если честно. Ну да. Тяжеловатенький. Ну так вот, как ты стоишь нормальненько. Так, ну, ребят. Стою, говорят, это невозможно его удержать, ребят. Когда такое выкапываешь, будешь держать на пузо облака, что точнее у меня накачанный пресс. Да, ребята, в общем, как все было. Мы работали 3 года. Нашли 12 бункеров фашистского генерала. Были немеренные здесь вообще бои. Полегло очень много солдат. Про бои не надо. Про бои нельзя говорить на ютубе, вы же знаете. Ну мы говорим. Да. Была очень жесткая заруба. И генерал наворовал очень много золота, переплавил их в золотые слитки и складировал по каким-то из этих 12 бункеров. Честно говоря, мы точно не знали по каким. И приехали сегодня в самый первый, ну в первый, который мы нашли. Мы долго очень его искали. И мы зашли в этот бункер, проверили все, как, там отличный сохран. К сожалению, к счастью, не было змей. Все было нормально. И буквально даже без прибора, просто когда зашли, у нас была специальная палка такая, которой мы там проверяли концепцию, ситуацию. И наткнулись на этот класснейший, это наш номер один, наш первенец. Шеф, я извиняюсь, мне тяжело, можно взять палку эту мою? Да. И поработаешь-ка палкой. Это тяжело, аккуратно там, сюда выйди на переднюю линию, это же тяжело. Ребята, и вы знаете, наш танец, не переключайся! Можно поработать с приборами. Вот, и дальше, ребятушки, сейчас мы вам покажем, как мы нашли это золото, как мы достали это золото, и как мы складировали это золото, и все здесь выгрузим на этот фашистский дот. Это будет реально крутое видео, это сенсация, потому что... Мы викинги! Ребят, мне очень тяжело, я просто, знаете, когда прыгнуть, ноги реально не оторвались от песка. Покажи так немножко перед здесь, просто покажи перед этим черепом. Золото. Можешь немножко показать его? Сейчас, подожди. Давай. А ну-ка, подожди. Взял. Аккуратно, не разбей. Вот, ребята. Череп. Вот оно. Ребят. Это, ребят, смотрите сюда. Когда кисточка прикоснулась к этому черепу, мы его взвыли на весь бункер. Это было страшно. Реально было страшно. Знаете почему? Мы поняли, наткнулись на эти сокровища. Говорили много про этого фашистского генерала. Многие говорят, дайте его фамилию, расскажите. Да, мы его нашли, документы, паспорт, карточка его, и там все знаем. Мы не знаем его фамилию. Местные жители нам рассказывают, легенды передают, что вот в этом фашистском, разрушенном в половину, он был засыпан в бункере, он обитал. Сегодня мы нашли золото. И самое главное, подтверждение того, что эти сенсации про генерала фашистского оборотня реально получают свое продолжение. А он был оборотнем, ребята, еще и каким оборотнем. Поэтому... Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши немерено крутые приключения самых крутых королей КОПа.
Кто короли копа? Мы короли копа. А, кто короли копа? Мы! Виклинги! А теперь вместе! Виклинги! 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 Круто! Так, супер! А ну теперь, что? Ребята, не переключаемся за нами в это темное, страшное убежище фашистского генерала. Это будет новая сенсация. Посмотрите, несколько наших видео, у нас их 1381. Поставьте лайк, подпишитесь, вам такого никто не покажет. Чтобы найти этот бункер, ушли десятилетия. Эти сокровища обнаружены, и эта мистика на самом деле страшна. Потому что уже скоро будет темнеть, а мы только начинаем продолжение суперкрутых поисковых наших трендов. Сейчас, кстати, подождите, посмотрите, сколько мы уже снимаем, подождите, не переключайте. Да, ребятушки, я вам скажу честно, мы с вами реально, мы очень удачливые, самые удачливые копатели в Ютубе, самые крутые. Но мы даже такого никогда не находили, честно сказать. Это наша самая сенсационная, самая крутая находочка, которая у нас есть. Вот, ребята, смотрите, реальное, реальное золото. Реальные находки, реальный коп, реальные копатели. И, конечно, супертанец. Не переключайся, не переключайся, не переключайся, не переключайся, не переключайся, не переключайся. Так, ну я что делаем дальше? Сейчас, подожди, две секундочки. Угу. Ребят, я сейчас посмотрел, что получается. Реально охренел. Просто мне я тяжело уже просто. Да, сейчас, подожди, две секундочки. Охренел почему? По двум причинам. Во-первых, почти 11 минут видео, это первое. Это реально. Да, это очень круто. Во-вторых, ребят, это реально страшно. Когда смотришь на это, понимаешь, что только наш канал в поисках клада и золота от Викинга может показать вам такое. Да, остальные все прячут, зарывают, продают. Ребят, не обижайтесь, есть хорошие друзья, которые мне пишут. Ты про меня? Нет, конечно, не про тебя. Мы говорим вообще глобально. Давай поставим рядом уже золотой слиток, уже действительно тяжело. Сейчас, подожди, давай возьму, подожди. Давай. О, тяжеленный, а давай. Сейчас, подожди, сейчас, ребята, видишь, что краешку, давай. Сейчас. Аккуратно поставь, ого, чтобы не упал просто. О! Немножко подвинь просто. Ну сам немножко подвинь. Тут к черепу как бы дотрагиваться без перчаток страшновато. О, есть! Ребят, это просто сенсация! Это супер круть! Ребята, такого вы нигде не видели, никто вам не покажет. Ну это и понятно. Знаете почему? Потому что только наш канал. Канал, который занимается всю жизнь поисками сокровищ, бриллиантов, кладов и таких сенсаций, которые за нами, понимаете? Да, ребята, это показать. Посмотрите. Да, посмотрите. Давайте посмотрим это 20 секунд без комментариев. Посмотрели? 20 секунд без комментариев. Кто короли копа? Мы короли копа! Мы короли копа, да! Да, прям дальше. Скоро так будут песни. Так, ну что, частушки. Давай, мы просто реально все обсуждаем перед вами прямо в эфире, что дальше как построим. Покажем уже то видео, в котором мы достали. Или как мы будем, или это будет отдельно? Нет, понимаешь, у нас многие хотят увидеть, как мы забиваем косячки. Мы не забиваем косячки. Что... Ребята, мы за здоровый образ жизни абсолютно. Да. Мы не пьем, не курим. Да. И знаешь, что еще говорят? Да. Что мы с тобой вместе живем. Там, честно говоря, не дай бог. Я ради, конечно, ради поиска кладов. Ребят, сами понимаете. Много лет прожили вместе, поэтому уже, да. Короче, дорогие друзья, супер наши любимые, классные подписчики. Это касается всех. И хейтеров, которые постоянно оскорбляют, матюкаются. Вы нам очень нравитесь. Ну, не все, конечно, но часть из вас нам. Мы всех вас любим, всех. Мы вас обожаем. Особенно, я скажу больше того. Я, допустим, лично, ну, у нас противоположное мнение. Но я, допустим, обожаю женщин. Андрей имеет свою позицию. Я тоже женщин обожаю. Он имеет там, это, ну, мы, не прикалывайся, мы об этом не говорим. Самое главное, это, знаете, мы уважаем, мы толерантны. Да, Андрей Александрович особенно у нас. Скажу, ну, понимаешь, каких женщин? Ты обожаешь женщин бородатых? С бородой. Я говорю, мое мнение, лучше женщина с бородавкой. А Андрей Александрович, не, лучше женщина с бородой. Ну, кому каждый свой вкус. Я вам скажу так. Кума, давай, ну без шуток, давай реально перейдем уже к, как говорится, от женщин. Все мы любители женщины. Женщин, и спасибо, девчонки, большое спасибо, что вы нас смотрите. У нас большая женская аудитория, действительно, большое вам спасибо. 5 женщин посмотрел на завод. Все вас любим, много, да. И большое спасибо, смотрите. Так, Кума, давай реально, какой план? Чтобы... Ребят, смотрите, такой очень, очень классный план. Мы сейчас с вами, мы сейчас поставим паузу, да? Так. И вбираемся, забираемся это в это логово. Или покажем уже, это будет на этом видео. А, давай на следующем. Давайте сделаем так, смотрите. Ребятушки, давайте мы, смотрите, тут будет сейчас ссылочка под этим видео. И подсказка.
заходите на ссылку или на подсказку, и там будет отдельное видео, в котором мы вам покажем уже полный формат, как мы все это делали. Рассказывай. Да. Рассказывай. Я просто рассказываю, я показываю. Нужно иметь в виду, что это специальный ритуал. Это ритуал, чтобы вы не переключались. Это чтобы вы клацали на другие видео. Не стесняйтесь, ставьте репосты, комментируйте, подписывайтесь на канал. Это очень важно, потому что мы викинги! Викинги! Да! Прям! Ну что, так, ну классно, что, ребят. Я выключу камеры. Ребятушки, так, не забываем подписываться, ставить лайки. Не прощаемся с вами, скоро в новом видео. И танец вам, пожалуйста. А где твой танец, кстати? Я пока учусь. А что, тебя не видно здесь вообще? Как не видно? Ну мы с тобой стояли, когда было не видно. Мы тут стояли. Оно не снимает просто. Ну закончил, значит, память уже. А, не снимает. Это что, так не пугает, все снимает. Не переключайся. Не переключайся. Ча-ча-ча-ча. Викинги! Золото, бриллианты, прям вперед! Давай, погнали! Вот оно, прям. Так, ну и даже, ребятушки, даже я вам честно скажу, сейчас мы вам покажем его поближе. А, вы, да. Знаете, потому что... Страшно, реально, да? Золото. Ребята, и такая пай, знаешь. Камеру просто, честно скажу. И вот реально вам показываю поближе. Вот, чтобы, знаете, не было никаких вопросов. Вот. Выглядит так наш слиток. Вот так вот. Страшно выглядит, ты знаешь. Вот бункер. Вот, значит, череп, который связан этим генералом. Да, мистически связан. Мы расскажем потом про это. Да. Вот со всех сторон наш слиточек, пожалуйста, который стоит, может немножечко упасть просто, да. Ну, вот. Чтобы ноги не отбил, самое главное, смотри аккуратно. Да, вот по кругу, пожалуйста. Вот наша счастливая лопата, которую мы снимаем. И приборчик наш. Вот так, ребята, это все серьезно выглядит. Я вам честно скажу, немножко даже самим моторошно. Да вообще капец, я сейчас смотрю, знаешь. Реально страшновато. Ну, просто кунечек, вот с этой стороны пойди сними, ты просто реально удивишься. Вот, кунечек идет с камеры, видите, наш герой. Знаешь, торчащие клыки просто можно взвыть от страха. Просто можно реально сейчас приближу просто. Клыки торчат, капец, пасть такая страшная, знаете. Вот поближе будете. В общем, в следующем видео смотрим, не переключаемся. Мы залезем прямо... Залезли. Он залезет, туда не полезу. Дураков нашел туда лезть. Нет, знаешь? Когда мы доставали, мы сюда залазили. Это страшно. Да, да, да. Да, ребят, заходил мой двойник, если честно, я такие места реально побаиваюсь. То есть мы так хорошенечко поработали. Сами понимаете, как бы нам же самим хочется как бы немножко подарить интерес, не сразу вам все показать, а по частям. Правильно? Просто хай-тек. Так, я иду еще разочек, сейчас покажу. Не упади аккуратно. Да. Ну можешь встать уже еще разочек тут. Я уже так. Ты знаешь, я сейчас смотрел на это просто. Ну, то, что делал тут фашист, короче, на все эти неподобства. Угу. И даже, ну, когда смотришь, понимаешь, что тут такие сенсации, это только наш канал. Канал Пускоклада и Золотой. Мы можем, знаете, мы можем там прикалываться, там что рассказывать, какие-то да, басники, да, да. Но то, что вам такое никто не покажет, это однозначно. Такие места, когда кто-то находит комрады, они вам не показывают, они их реально вычищают, как черная саранча, черные грибки, грабят, и вы ничего абсолютно не увидите. Только наш канал рассказывает про все эти сенсации. Мы вам будем отдельно снимать видео про этого черного, мистического, фашистского генерала. Еще раз говорю, когда зададите вопросы, дайте его фамилию, расскажите про него. Пока месть, время еще не пришло, у нас и так есть от его семьи требования определенные, поэтому не так все просто, как может показаться. Но мы продолжаем идти по следу, по карте фашистской, она тоже у нас сейчас с нами. Если будет интересно, поставьте 1 000 000 лайков, мы вам ее покажем, расскажем, как мы работаем. Это крутые, непридуманные сенсации. Когда вы пишете комментарий, подумайте, сколько уходит на силы времени, чтобы обнаружить вот такие крутые сенсационные артефакты. Места, чтобы до них добраться, у нас уходит неделя. Мы идем по лесам, по болотам, по полям, по поймам рек, чтобы найти эти артефакты, вам показать. Ну, ребята, это энергетически очень опасно, вы же понимаете, это вам не шуточки. Это вам не шубу в трусы заправлять. Я с тобой полностью согласен.
Мы про это вообще сейчас не говорим. Это отдельное направление у нас будет. Вы знаете, у нас есть крутой сериал, называется «Короли кладов», который мы снимаем. Первый сезон мы, к сожалению, утопили в болоте. Я упал с ноутбуком, в рюкзаке пришлось его сбросить. Но он выйдет. Как не пишут завистники, хейтеры, что они только не рассказывают, что это невозможно, что мы не покажем наш сериал, он выйдет. Просто к вам большая просьба. Поддержите это видео лайком, напишите классный комментарий, подпишитесь на наш супер крутой сенсационный канал, сделайте репост этого видео, разместите у себя в рекомендованных пресс-листах, потому что мы делаем все для того, чтобы сохранять все эти